Андрею Майбороди 5 лет, он родился здоровым мальчиком, но в 2 года развитие ребенка прекратилось. Андрюша не говорил. Когда речь не появилась и полгода спустя, мама забила тревогу. 2 года, наверное, в районе 7 месяцев обратились уже в стационар Курской детской поликлиники. Легли в неврологическое отделение. Нам там провели большой комплекс обследований, в результате чего установили инвалидность. Диагноз поставили резидуальное поражение центральной нервной системы, смешанное специфическое расстройство психоречевого развития. Надежда Купцова ездила с Андреем в клинике Санкт-Петербурга и Самары, обратилась в Русфонд в Москву. В 3 года Андрюше провели курс микротоковой рефлексотерапии. На нервные окончания воздействовали током. И курс транскраниальной микрополяризации. В прошлом году лечением занялись в Московском институте медицинских технологий. Мы провели там уже 2 курса лечения. После первого курса было заметно сразу улучшение. Моторика восстановилась, он стал более мелкие детали, проще ему стало брать. Это пуговицы, раздеваться, одеваться. В дальнейшем, после второго курса, он стал обращать внимание на более сложные, то есть речевые какие-то задания. Сейчас Андрей ходит в детский сад, занимается с дефектологами и психологами. Андрюша мальчик у нас очень добрый и ласковый. Он социализирован среди детей. Проблем он нам в плане поведения, конечно, не предоставляет. Но Андрей по-прежнему не разговаривает. Ну вот то, что я отмечаю как бы по ребенку. То есть прогресс идет в умственном развитии. Но до уровня обучения ребенок еще не дошел, чтобы там считать, писать, читать. Поэтому надо дальше работать, дальше ребенком заниматься, обучаться и лечить. Стоимость очередного курса лечения почти 200 тысяч рублей. В семье таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» собрали 100 200 рублей. Еще 50 тысяч внесет группа строительных компаний «ВИЗ». Не хватает около 40 тысяч рублей. Помочь Андрею можно, отправив СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Татьяна Савенкова, Юрий Творогов, Вести, Курск.